Усиленно работает техника по благоустройству территории, ведется внешняя облицовка и внутренние работы. Пока воспитанники детского сада номер 55 распределены по другим дошкольным учреждениям, здание подлежит капитальному ремонту. Работы выполняются в срок, чтобы к началу сентября малыши пришли в обновленные помещения. Здание старое, 72-го года постройки, на 240 мест детский садик рассчитан. Пора ему придать новую жизнь. Все конструкции довольно крепкие и находится в хорошем состоянии, но, конечно, требует капитальный ремонт с точки зрения обновления всего. Торопятся завершить капитальный ремонт и в 10-м садике. Ранее при содействии депутата от «Единой России» здесь уже была обновлена детская площадка. Теперь вся территория учреждения будет выполнена в едином стандарте. Было обращение в мой адрес по поводу обновления этих площадок, и мы их обновляли несколько лет назад. Вот они находятся в очень хорошем состоянии, но поскольку сам детский сад сейчас находится в капитальном ремонте, для того, чтобы синхронизировать, чтобы оба объекта, и уличные, и капитальные, были в одном состоянии, естественно, все это будет приведено в общий вид. Ремонтные работы проходят и на дороге протяженностью 700 метров по направлению к Лайковскому кладбищу. Подготовительные работы будут завершены максимум в понедельник. До следующей недели планируем при благоприятных погодных условиях заложить асфальтобетонную покрытие. Кроме обновления дорожного полотна, здесь перекладывают бордюры и делают тротуар. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».